Очередной рейд с целью выявления фактов нарушения общественного порядка провели в Малаховке. Вместе с сотрудниками полиции в инспектировании территории поселка участвовали представители администрации округа и Люберецкая народная дружина. Отделение полиции составляет протокол. Все равно у вас здесь шампанское, стаканчики. Вечером отдыхающих в сквере Победы много. Рядом с вечным огнем веселятся шумные разгоряченные компании. Сотрудники полиции проводят профилактическую беседу и предупреждают об административном нарушении. Еще одно место у любителей горячительных напитков – площадь у фонтана на Шоссейной улице. Здесь полицейские не только выписали несколько административных протоколов за распитие алкоголя в общественном месте, но и задержали гражданина другого государства. Паспорт, по его словам, утерян. Других документов при нем не оказалось. Сейчас вас в отделение доставим. Задержанного попросили пройти в машину и уже через несколько минут доставили в Малаховский отдел полиции. Здесь составили протокол по статье 18.8 за нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации. Рейд продолжили на аллее Локтионова и в парке Малаховское озеро. А что мы сделали? Ну что? Вы сейчас не правы. У вас административное правонарушение. Вы с детьми маленькими успеваете на общественных местах. На первый раз предупреждение. При повторном нарушении сотрудники полиции применят более строгие меры. Мы составляем административные протоколы по статье 20.20, часть 1 за распитие алкогольных напитков в общественных местах. Такие рейды в округе проводят регулярно. Маршрут составляют на основании наибольшего количества жалоб жителей. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.